Москва не получила информации от Киева о том, принимаются ли какие-либо меры для устранения энергоблокады Крыма. Об этом журналистам рассказал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Без света полуостров вторые сутки. Причина – подрыв опор высоковольтных линий, которые устроили украинские радикалы. Теперь они не дают приблизиться к месту аварии ремонтным бригадам, угрожая им ножами. Потребовалась поддержка военных, но пока ситуация с места не сдвинулась. В Крыму тем временем перешли на режим экономии, обходятся собственными мощностями. Этого хватает, чтобы покрыть только треть всех потребностей. Нами сегодня предпринимаются сейчас все меры для того, чтобы мобилизовать все имеющиеся источники генерации. Готовится схема подключения в тех сел, в которых до сих пор еще не было света, с помощью мобильных дизель-генераторных установок. Штаб сформирован, работает в Совете министров на постоянной круглосуточной основе. Запасы топлива полностью обеспечивают потребности республики. Никакого ажиотажа и недостатка топлива нет и не будет, не предвидится. Транспортная схема поставки, то есть продовольствия, лекарственных препаратов, товаров первого потребления работает в полном объеме. На ситуацию в Крыму уже отреагировали в Европе, в частности в МИДе ФРГ. Назвали акцию, устроенную украинскими радикалами, преступлением, которое ведет к нарушению соглашения по поставкам электроэнергии. Тем временем убытки терпит и энергосистема Украины. Атомные станции снижают мощности, так как не могут работать в холостую.